Здравствуйте. Меня зовут Ольга Александровна, моя фамилия Букина. В следующей лекции мы поговорим об налоге на добавленную стоимость, вернее, о судебной практике, которая складывается по этому налогу. Мы поговорим о решениях, которые были вынесены в пользу налогоплательщиков и налоговых органов, какие аргументы приводили стороны и какие решения выносили суды. Смотрите на видеоконсультант.